Готовься к весенним приключениям. В Брайт Парке 1000 автомобилей с ПТС всегда в наличии. Брайт Парк. Лада. Екатеринбург. Бухгалтер, поделавшая справки, чтобы получать материальную помощь для малоимущей семьи и субсидии, попала под суд. Судья смягчил наказание, поскольку женщина признала вину и возместила причиненный ущерб. По данным следствия, преступный умысел у подсудимой возник еще в октябре 2008 года. Работая бухгалтером у индивидуального предпринимателя, женщина оформляла себе справки о доходах, умышленно занижая размер заработной платы. Пакет документов со справками она передавала в жилищную организацию для предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Кроме того, подсудимая, незаконно оформившая статус малоимущей семьи, получала ежемесячное пособие на ребенка, а в период с августа 2015 по март 2018 года предоставляла в образовательное учреждение недостоверные сведения для обеспечения своих детей бесплатным питанием за счет областного бюджета. Подсудимая совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, компенсаций, пособий, установленных законом и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. Также женщина незаконно получала компенсацию расходов на путевки в загородные лагеря для детей. Только по жилищным субсидиям незаконный доход составил более 170 тысяч рублей. Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена статьей 159 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе предварительного расследования подсудимая полностью признала свою вину в содеянном, раскаялась, материальный ущерб возместила в полном объеме. Органам предварительного расследования уголовное дело было направлено в мировой суд для решения вопроса о применении меры уголовно-правового характера в виде штрафа. После рассмотрения судом всех обстоятельств дела подсудимой был назначен судебный штраф в размере 12 тысяч рублей.